Надо немножко работать, в конце месяца в кассу с зарплатой. Надо отрабатывать зарплату. Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Завтра у нас большое серьезное мероприятие, Высший Госсовет Союзного Государства. Много вопросов, которые мы должны были обсудить, и обязательно сделаем это. Поэтому точно так будет и в промышленности. Мы все это преодолеем. И тот, кто надеется или предлагал нам, или прогнозировал, что мы рухнем, ничего мы не рухнули. Да, будет непросто, ну а когда было просто? Мы выдержим и сделаем все, даже в микроэлектронике, где мы с вами, наверное, год назад, встречаясь в вашем кабинете, как раз обсуждали, что нам делать. Оказывается, и здесь нашли возможность работать и... Ракеты летают, и боевая техника передвигается и у нас, и у вас. Так что все мы преодолеем, надо немножко времени. Смотрел и слушал ваше послание. Так долго, ну что вы. Ну, самое главное. Ну сейчас пообсуждаем.